Ровно год назад, 30 сентября, в состав нашей страны вошли новые регионы – Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. По аналогии с еще одним историческим событием 9-летней давности – присоединением Крыма к России, 19 сентября депутаты Госдумы в трех чтениях приняли закон об установлении новой памятной даты – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Россия является одной из таких дружественных и влиятельных стран, которые даже к новой территории хотят присоединиться. Ну, естественно, наша поддержка новым регионам очень важна. Я думаю, что это мероприятие положит наши отношения, дружеские и замечательные отношения с новыми регионами России. Новый праздник отметили торжественным мероприятием и в Республиканской государственной филармонии Карачаево-Черкесии, где присутствующих поздравили представители городских властей, творческие коллективы и артисты республиканской столицы. Это прекрасно, потому что там живут же именно наши люди. Они испокон веков находились в составе Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому не зря говорят, что возвращаемся на родную гавань. Это как раз такое удачное слово – возвращение. Крым сперва вернулся, а теперь эти четыре субъекта. Это прекрасно.